16 лет назад, когда все мы были моложе, а некоторые еще не родились, Сампрос и Агасси сыграли один из самых сумасшедших матчей своего олдскульного противостояния. Это был четвертьфинал родного турнира Большого Шлема, им было слегка за 30, и они только начинали осознавать, что часики тикают. И уж точно не осознавали, что выигранные на двоих 20 титулов Большого Шлема еще долгие годы будут вспоминаться американцами с приятной ностальгией. Сампрос вел в противостоянии с Агасси. Да, это были времена, когда атакующий теннис побеждал. Победил он и в этот вечер с бешеным счетом. Ни один из них за долгую карьеру не сыграл ни одного матча без брейков. Когда после 48 идеальных геймов дело дошло до тайбрейка в четвертом сете, 23-тысячная толпа устроила им овацию, от которой Сампрос прослезился прямо на корте. Одни болельщики хотели пятый сет, другие хотели домой. Я хотел домой. Ирония в том, что матч филигранных подач, идеальных ударов и чистейших розыгрышей у сетки закончился двойной Сампроса на первом матчболе и ошибкой Агасси с легкого воля на втором. «Выиграй этот чертов турнир», — сказал Агасси Сампросу, обнимая его после матча у сетки. Пит не выиграл, столкнувшись в финале с юным Лейтоном Хьюитом. До этого он проиграл финал Сафину, но через год все же взял свой последний US Open. А еще в 2003-м Сампрос проиграл финал Энди Роди. И это был последний мужской турнир Большого Шлема, который покорился американскому теннисисту.